тест, тебе закрыли в крестике. Не, я ее не закрыла. У нас разные разновидности в настройках. И подсоединяется. Есть две возможности соединения. Либо через. Ну, все они как компорт опознаются, либо это непосредственно шнур, либо Bluetooth, который тоже как компорт в системе обозначается. Дальше. И вот ставлю автомат, и можно просто чуть-чуть перемещать его. Ну, просто идти и все. И продолжать кислый. На некотором расстоянии перенося. И оно идет все время вот этот. Идет съемка сигнала. Потом будет разрез, да? Да, вот он в режиме реального времени идет этот, принимает сигналы. Вот. То есть можно.